Готов я. А, все будет весело. Правда, мне нужно оружку поменять. Так, мне что, получается, у меня же нету, да. А, стоп, у меня же меч, точно. Значит, я, скорее всего, успею. Я себя знаю. Так, так. Запись. Так. Может быть зомби из нас. Так, ну, дам тебе шанс с паладина поиграть. Это светодум как-то читерно. Могу тебе пушественный меч? А, понял, вспомнил. Дай-ка. Окей. Я понимаю, что я его проиграю уже. Мне вот нравится зомби стало. Блин, у меня залагало. Лол. Никогда такого не было. Серьезно, игра залагала? Я не знаю, что за хуйня. Я просто завис в какой-то момент. Изображение не подвигалось. Может потому, что браузер запущен. А может потому, что в торренте качается фильм. Зомби вообще летают. У тебя есть шанс только если ты умеешь пропрыгивать. Тоннеля. Так, пока у меня битва был один, у тебя нет шансов. Приятно. А нет. Я тебе больше скажу, у тебя даже запрыгнуть на бочку шансов нет. Я понимаю, что это сложно играть. С этим божественным мечом, паладин, это вообще фигня. Блять. У тебя сейчас шанс будет. Я не идеально. Нет, он не был упал случайно. А нет, у меня шансов нету. А ну ладно. Тебе шансы больше. Ай. А сейчас, вот сейчас будет шанс много. А нет, все. Ты выиграл. Уверен, я с паладином уже. Даже не светодым. Ну, да, я. Ты даже не попытался залезть под... Ты где был? Под лодкой. Ты что, в побег никогда не играл? Я твои штактики возьму. Какой? Привет. Эй. Чем ты? Пустой.
пожалуй, я лучше с половином поиграю, а то что-то нечестно. И чувствую себя нечестным человеком. С ветродомом просто вообще нереально. То есть даже если я ошибку какую-то совершу, я ветродом ее просто исправлю. Ветродом просто тебе не позволит подойти. Тебе повезло опять. Чем мне повезло? Опять зомби. Ну да. Надо сами повезло. Потому что это зрителям повезло, раньше кончится это избиением. Что-то у меня с таймингами проблема. Как? Пост. Ты, значит, дико не отлетел, как я подумал. Чего? Ты, значит, жестко не отлетел. Так я специально там за это сныкался, чтоб не отлететь. Меня она не вообще не откинула. Я поэтому отошел в сторону. Чувак, не переживай, это мне даже лучше. Я так быстрее тебя убиваю. За человека, понимаешь, если я за человека поиграю, то это жопа. Нет, ты сейчас понимаешь, что я сейчас буду лучше играть. Я уже понял свои ошибки. Окей. Есть одна проблема насчет твоих ошибок. Ладно, не проплыл. Окей. Не, сейчас я... Стой, ты как сюда добрался, я не видел. Я пока ты туда лез, оббежал быстро и сбоку там проход есть. Там два прохода. А еще ты походу биореактор не берешь. Что все стали сделать хорошие. Ай. Ай. Как прыгать не получится, а? Лучше не даст спокойно умереть, чем протопнуть. Прости, тебя не я не расслышал. Я прилетел, чтобы мне не толкнуть, а убить. Я таким не занимаюсь, рискованно вообще. Плюс у меня патроны кончились. Перезарядка была.
Блин, чё же я прыгаю по камню? Я немножко завет. Ты все серьезно не можешь прилетать? У тебя тоже так? Так, давай теперь. Давай что-нибудь другое. Не, все, чувак, мне к стриму надо готовиться. Все. Все, давай. Давай так. Гайси, всем пока. Ну и, конечно же, скажи, Акс.